настало время нашей постоянной рубрики «Extra Virgin». Рубрика, в которой мы отжимаем все самое сочное и самое интересное. А Бритни Спирс 34 года, знали ли вы об этом? Я почему-то думал, что ей уже 50. Почему? Потому что всем российским звездам уже почему-то вот какие-то большие сроки, сроки годности уже выходят, большой возраст. Да просто она молодая ранее, она же стала суперзвездой там лет 15 или 16 ей было. Mm-hmm. То есть в принципе на арене, на сцене она уже больше 15 лет. А теперь престарелая 34-летняя звезда соблазнила 22-летнего манекенщика Сэмом Асгари. И он не устоял, понимаете? А вот Дэнни Девито наоборот, не повезло. Супруга актера уличила его в измене и собралась подавать на развод после 34 лет брака. Вот понимаете? Маленький, толстый, лысый и изменяет. Вот, вот мужчины, они такие. Мужики молодцы. Что там у него интересное? Чем он женщин берет? Обаянием. Это называется обаяние. Есть интересная ретроспективная статья про фильм «Джентльмены удачи». 45 лет прошло. В 1971 году, 13 декабря, он вышел на экраны. И сразу стал хитом. Какую-нибудь фразу вспомнишь оттуда? Девушка, а девушка, вас как зовут? Меня Таня. Ну и дура. В общем-то, что и требовалось доказать. Екатерина Климова, которая на обложке журнала, собственно, рассказывает про свою непростую жизнь. Ее спрашивают: Екатерина, вы мать четверых детей. Каким образом вам удается совмещать и работу, и воспитание? Что же она отвечает нам, Сережа? Отвечает она: я по гороскопу лошадь, поэтому, наверное, и по шуток лошадь много. Мне кажется, женщина ни при каких обстоятельствах не должна себя называть этим милым животным. Женщина всегда должна быть изящной, красивой и нежной. А, это уже ты говоришь? Да. Или это она продолжает? Это я говорю. А, да, я с тобой полностью согласна. Нет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Именно так называется яркая картинка, а она про то, что, безусловно, нужно заниматься здоровым образом жизни, поддерживать его. И начинать можно, для того, чтобы нравиться себе в зеркале, с акробатики лица. Вот сейчас я буду говорить упражнение, а Марина Бессонова будет его показывать. По очереди набираете воздух то в одну, то в другую щеку. Произносите протяжно буквы А и О по 10-15 раз. Так. Так. Нормально? Еще раз. Для того, чтобы избавиться от двойного подбородка, потяните нижней губой к кончику носа. У меня нет второго подбородка. Вытягивайте губы вперед, зевая как можно шире. Ой, так у меня кошка потягивается. Друзья, много упражнений, порядка 20, используя которые, делая акробатику лица, вы сможете вернуть ему моложавый такой вид и сохранить надолго без признаков старения. В общем, если вы не знаете, чем занять себя холодным зимним вечером, займитесь акробатикой лица. Ярославец стащил платежный терминал и увез его на санках. Вот такой умелец. Пресс-служба УМВД России по Ярославской области сообщает, что неизвестный ночью увез платежный терминал с улицы Батова. Полицейские просмотрели запись с камер видеонаблюдения и обнаружили, что злоумышленник погрузил терминал на санки и увез. В терминале, оказывается, было 15 тысяч рублей. Не очень вот, большой. Да. Стоила ли овчинка выделки? Вопрос. Не знаю. Тем не менее, подозреваемого уже задержали. 20-летний молодой человек увез себе такой банкоматик, да, и терминал, и 15 тысяч. Возбудили уже против него уголовное дело. Грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Друзья, не разменивайтесь по мелочам, идите работайте. Это была рубрика «Extra Virgin». Рубрика, в которой мы отжимаем все самое свежее и самое интересное из интернета и прессы.